За мной миллион машин, у меня пробиты колеса, я еду еле-еле, непонятно как. У меня врезается непонятно кто. Уроды. Чё? Собака? Собака потеряна, друзья. Друзья, но если вы не знали, где заработать халявные деньги, то я представляю вам группу, которая называется Мобилкафон. Здесь ежедневно проходят розыгрыши, в которых вы можете выиграть некоторую сумму, положить ее на телефон или же заплатить за интернет, ну или может просто похавать. В общем-то, также здесь проходит конкурс на 5000 рублей, условия которого очень просты. Вы должны лишь вступить в эту группу и репостнуть данную запись к себе на страничку. Переходите по ссылочке в описании, обязательно участвуйте и выигрывайте халявные деньги, я вам рекомендую. Всем привет, пацаны, с вами Диман, это наш блог в GTA 5. И, друзья, сегодня с утра мне пришла действительно масштабная идея. Я думаю, вы помните Дашку, которая у меня новая подруга, в общем-то, в этой серии я ее вам показал. И я планирую именно с ней продолжать свою дальнейшую реальную жизнь, и я хочу с ней, конечно же, пожениться. Ну, точнее, жениться на ней. Для этого мне нужен нормальный дом. В этом доме, как вы понимаете, жить, ну, просто... Тиндец, как неохота, потому что здесь, во-первых, он грязный и вообще он холодный на самом деле. Да и вообще мне стыдно ее сюда везти, поэтому я хочу заработать на новую хату. Новая хата порядка такие 2 лямов должна по сути стоить. Ну, так как мы, помните, покупали за 2 ляма нормальную хату, по моему мнению, она оказалась достаточно хреновой хатой. Поэтому я думаю, что нужно как минимум 3. 3 ляма, ну или же где-то около этой суммы. Поэтому, народ, надо чем-то как-то заработать. Как вы помните, я вчера угнал ламбу. Ламбу я покажу. Ну, точнее, я вам показывал ламбу, короче, и можете посмотреть предыдущую серию. За ламбу мне дали 700 тысяч с чем-то. А это ни плохо, ни мало. Но, с одной стороны, этого недостаточно. Поэтому мне необходимо сейчас еще подзаработать. Еще помните, там хату мы обокрали, но ту хату уже, в общем-то, полностью закрыли. И там сейчас, к сожалению, никто не живет, поэтому денег там, конечно же, нету. Я планирую, друзья, украсть, наконец-таки, хаски. Я думаю, все вы знаете об этой замечательной собаке, и эта собака, короче, может принести мне немало бабок. Стоит она немало, немного, 0,5 лямчика зелени. И, кстати, сейчас я позвонил только что своему Дирику, который мне как раз-таки предложил данное задание, и он сказал, что данная собака на данный момент находится как раз-таки за городом на 2-й хате у президента. Поэтому нам необходимо сейчас найти какую-нибудь тачку. Почему я не взял i8, друзья? Для того, чтобы, конечно, не палить о том, что я на ней езжу, ибо тачка действительно слишком уж популярна в последнее время. Поэтому я решил сейчас что-нибудь тут надыбаю, где-нибудь возьму нормальную тачку, может быть, даже угоню какой-нибудь непонятный мне пикапчик, может быть, для того, чтобы туда собаку, соответственно, запихнуть, кто его знает, как ее вообще перевозить. Ну и мы, наконец-таки, друзья, ее украдем. Я думаю, что сейчас покажу, где она, в принципе, находится, вот где-то за городом, да, я точно поставлял, ну, ставил сюда метку, и она именно там находится. Я не знаю, что нас там ждет, каковы будут последствия, но я думаю, что у нас все получится, ибо всегда да, у меня все получалось, и мы наконец-таки будем жить в нормальной хате. Но для этого еще нужно будет парочку тачек угнать. Поэтому, народ, будет все просто шикардосик, и я уже позову Дашку в новую хату, и, короче, мы, наверное-таки, заведем детей. Все просто шикарно, на самом деле, друзья. Пока что я могу сказать, что на данной стадии нам необходима тачка. Так, народ, что у меня дела вообще обстоят тухло? Вы посмотрите, ни одной тачки нормальной я не вижу. Я бы хотел какой-нибудь пикапчик, чтобы можно было ее погрузить в бортовой, конечно же, в бортовой отсек. И я думаю, что вот на вот этом производстве должны же быть какие-нибудь такие пикапчики. Можно сюда как-нибудь пройти, да? Давайте попробуем все же. Так, тут как бы... Тут перекрыто. Давайте попробуем, да, все-таки перелезть. Я думаю, никто особо за это меня... Не на... Хреначит так. Чё ты? Чё ты стоишь тут, а? О! О! Тварь. Давай. Получай. Ну что ж, ты дерись. Чё ты как баба, а? Согласись ты. Все. Лег. Вроде бы да. Вроде бы... О, отлично. Уже рейнджика вижу. Нормально. Так, вроде бы лег, да, замечательно. Погнали, короче, народ, нам нужно где-то здесь на территории найти пикапчик. Но я уверен, что где-то на производстве должны же быть пикапы. Чё за дела-то? Если не будет пикапа, будет вообще все плохо у нас. Так, пошлите туда.
Это что вообще за завод-то? Может, химию какую-то здесь распространяет? Вот это будет вообще прикольно. Может, Химкина туда украдем? Продадим, толканем кому-нибудь потом. Я что-то вообще не пойму, друзья. Я, походу, вышел вообще от... с территории. Ну, я вижу тут, да, грузовые, как бы. Но это понятное дело. А мне нужно... А, во-во-во-во-во-во-во-во. Тут я вижу еще пацаны курят. Так, ладно. А где? А где хотя бы хоть одна нормальная машина? Где хотя бы одна нормальная тачка, которую мы можем, конечно же, немножко конфисковать? Че за дичь? Так, давайте попробуем обойти. Может, там с другой стороны можно зайти туда? Оу, пацаны, я нашел как раз-таки весь ассортимент данного производства. Смотрите, здесь, короче, пикапов полно. Ну, должно быть, я же уверен в этом. Ну, должны быть. Вижу, короче, друзья, много, конечно же, тракторов и прочего-прочего дерьма. А где хоть один нормальный пикап? Ё-моё! Господи, неужели придется покупать тачку или же угонять у кого-нибудь на дороге? Или что за хрень? Где пикапы-то? Тут нету. Там нету. И где же они есть? О! О-о-о-о-о-о! Отлично, друзья! Я думаю, он никому не нужен. Тут стоит как бы возле гаража. Понятное дело, он будет теперь нашим. Так, ладно, погнали. Нам нужно 7 км до, конечно же, нашего Хаски добраться. И уже потом будем делать, думать, что дальше. Потому что я не знаю, чего там, как я уже говорил, нас может ожидать. Но я уверен, что должно все получиться у нас. Поэтому, друзья, 7 км ехать, и мы у цели. Так, народ, ну вроде бы мы подъехали. Давайте я тут, наверное, тачку оставлю. Посмотрим, что там вообще есть, как бы. Потому что... Ой, пистолет уберем. Я его на всякий случай взял. Посмотрим, что там есть, походу. Там охрана, народ, там охрана! Да ладно тебе! Капец! Твою мать, 3 звезды уже! Сука! Как обычно! Где собака? Где собака? На-н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 а! Дружок, 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 ты где? А, вот ты! Дружок, дружок, иди со мной, иди со мной, иди со мной, пошли, пошли со мной, пошли! Пошли! Друзья, нас подставили, или же, я не знаю, либо они быстро вызвали, в общем-то, охрана вызвала ментов. Короче, друзья, я еле запихал эту, в общем-то, собаку в бортовой отсек, и сейчас попробую добраться до города, а нам попытаться скрыться. Я не знаю, что это вообще... за хрень, потому что я не был к этому готов. Во-первых, у меня даже из оружия, как вы видите, только бронебойный пистолет и даже нету автомата, поэтому все печально. Все просто жесть, как печально. Дотянем ли? Иди в жопу. Сука. Колеса пробиты. Колеса пробиты. Я не знаю, друзья, что делать. Я не знаю, что делать, потому что у меня на этой тачке пробиты колеса. Собака все еще в борту. Твою мать. Да кто там, блин? Тяни, старушка. Тяни, дружище, тяни. Вытяни, пожалуйста. Это просто жопа, друзья. Я такого еще никогда в жизни не испытывал на самом-то деле. За мной миллион машин, у меня пробиты колеса. Я еду еле-еле, непонятно как. У меня врезается непонятно кто. Уроды. Че? Собака? Собака потеряна, друзья. Я потерял собаку. Тяни. Сука, я потерял собаку. Я потерял пол ляма по дороге. Главное выжить. Срать на ту собаку. Главное выжить, друзья. Главное выжить. И может быть где-нибудь на дороге мы ее все-таки еще потом подберем. Да, давайте, короче, попробуем сейчас просто, друзья. Опа! О, нихера себе. Вот к этому я вообще не был готов. Пошли в жопу. Давай. Спасибо.
Отлично. Друзья. А у меня идея. А у меня идея. Тупая, но идея. Тупая, но идея. И она вроде бы пока что срабатывает, друзья. Угнали? Твою мать, бронированный внедорожник угнали. Стекла вообще не пробиваются, да? Херово. Херово-то она у нас обстоят дела, друзья. Радует то, что он хоть бронебойный, и поэтому нам, в принципе, ну, можно не очковать по поводу... По поводу, короче, друзья, того, что меня могут убить. Теперь нужно главное сбежать. Главное сбежать, и мы найдем собаку где-нибудь по дороге, друзья. Обязаны мы это сделать. Так, отлично. Тихо. Друзья, будем бегать по городу, и я думаю, что у нас все должно получиться. Да ни хрена подобного! Спалили. Меня спалили. Ну, пробуем, друзья. У меня бронебойный, в общем-то, внедорожник, и я уверен, что на нем я буду полностью в безопасности. Это как... Господи, это как под бетонной стеною, на самом деле. Ну, то бишь, они меня не прострелят, но управлять им очень тяжело. Да ё-моё, у меня же стекла не пробиваются, твою мать. Нужно как-то уехать отсюда, нужно как-то сбежать. Просто сбежать и спрятаться, друзья. И потом уже как можно... Ах, зараза. Как можно быстрее найти собаку, которая все еще остается, по-моему, на дороге. Ну, если она, конечно, не сбежала от всего того, что она увидела. Опять потеряли, отлично. Меня потеряли. Супер. Вертолет. А вертолет хер меня потеряет. Господи, адреналин в крови. Я капец как нервничаю, друзья. Я не думал, что вот так вот все будет, потому что... Господи. Ну, вроде бы убил парочку. Да какого хера ее перекручивает, как дуру? Эту машину. Короче, я всего лишь убил несколько охранников, и, по-моему, у них была... Ну, или же, я не знаю, ну, хотя, да, это же дом президента, по-моему... Ну... Он по-любому охранялся, по-любому. Я не знаю, я предполагал, что именно все так будет, но я не думал, что все вот именно так будет. Я думал, ну, убьем охрану и потом заберем собаку и все, и больше как бы мы с ними не свидимся. Но хрен там плавал, как говорится, у них была помощь в виде ментов. И эта помощь обошлась мне очень много. Надо сбежать. Просто сбежать. И все. Друзья, просто сбежать. Я уже не знаю, я уже не хочу ту собаку. Я ничего не хочу. Я хочу просто сбежать и остаться в живых. За мною постоянно едут какие-то патрульные машины, и они никак не могут от меня оторваться. Я не знаю, что делать, друзья. Я не знаю, я хочу от них сбежать. Еще охеренно видно, конечно же, когда у тебя стекло пробито раз 30. Выстрелами в него. Отлично. Сманеврировал замечательно. Так, ну тут направо можно, да? Твою мать, она его переворачивает, как я не знаю кого. Куда, куда, куда бы спрятаться? Куда? Друзья, куда спрятаться? Думать надо, думать, думать, думать. Прямо сейчас. Да иди ты в жопу. Чему будет у меня еще он тормозить спереди? Нужно думать, друзья, нужно думать. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Я потерял тачку. Первую рандомную берем. Капец.
Так, вертушку надо скинуть. Ее надо скинуть. Минус. Надо как-то скинуть вертушку, друзья. Отлично, я знаю, где скинуть вертушку. Так, погнали сюда. Походу ей этой тачки капец. Капец. Пожалуйста. Пожалуйста. Как все сложно-то. Как все сложно-то, господи, ну... Была бы большая подземка, или была бы большая парковка, я бы там уже спокойно сбежал бы, по-любому же. Тут же хрен там. Так, 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 так. Ну, это еще не все потеряно, друзья. Это уже что-то. Мы, в принципе, ну, можем сбежать. Но главное спрятаться, друзья. Просто спрятаться. Сначала сбежать, потом спрятаться. Но вертушку вроде бы... Две вертушки. Твою мать, туда никак. Чмо-рдя-и. Я не знаю больше, что сказать, потому что... Это просто жопа, друзья. Это просто жопа. Так, вертушки первым делом надо скинуть. Где здесь хоть что-то похожее на... О, нашел. Оу, минус один, что ли, или что? Жесть, что это? Что за взрывы? Метрополитен, друзья, метрополитен, и походу здесь можно скрыться. Так, народ. Главное, чтобы повезло. Главное, чтобы повезло. О, отлично. Да ладно, неужели я сбегу сегодня? Бенза в тачке нету. Я, кстати, еду к Хаске. Друзья, неужели получилось? Неужели получилось? Ну согласитесь, ну быть такого не может, чтобы я сейчас не сбежал. Бенза нету, бенза. Да! Да, я сбежал, отлично! А теперь нужно забрать хаски, друзья. Просто забрать эту собаку. Твою мать, я сбежал, отлично. Как я этому рад. Друзья, я уже устал ездить. Вы не поверите, просто я столько, блин, километров уже намотал за сегодня. И где-то здесь, по сути, должна быть собака. Неужели ее сбили? Дружок, эй! Дружище! Маленький мой, ты испугался? Ой, дай я пистолет уберу.
Ты испугался, маленький мой? Иди ко мне, иди ко мне, иди в машину. Так, друзья, ну, вроде бы все, я его погрузил, наконец-таки можно спокойно отправиться до нашего, господи, автосалона. Собака вон у нас едет у нас, как вы видите, в отсеке опять. А что, мне опять минус колесо или что? Я просто не понимаю. Что-то, короче, капец, друзья. Я эту тачку вообще непонятно где нашел. Мне вообще срать на самом деле, потому что мне нужно по-быстрому забрать собаку. И я, кстати, ее нашел, просто замечательно. Да не, вроде нормально все, а что тогда с ней? Ну, она мятая, конечно. А, ну понятно, короче, друзья, немного, конечно же, тут ушатана она. Немного ушатана, конечно же, по подвеске. Так, что тут? Собака на месте. Все, погнали, друзья, погнали в автосалон. Я уже действительно очень сильно устал. Я не знаю, я столько сегодня пережил, я думал, я заново родился. Все, быстро в автосалон. Так, друзья, ну, короче, вроде бы приехали. Так, дружок, ты где? Ты будешь слазить? Эй, оу, пошли к нам. Че, тебя опять залазить и забирать оттуда? Давай ты сам спрыгнешь, пожалуйста, ну ты же можешь, да? Давай, дружище. Ой, ну ты красавчик, ты просто молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Дружок, тихо, нормально все? Жив? Спокойно? Все хорошо? Господи, она ко мне уже и привязалась, друзья. Это как моя родная собака, на самом деле. Ладно, пошли, я тебя, короче, отдам в автосалон. Что хочу сказать, друзья, на этом наша, в принципе, серия заканчивается. Это действительно было очень сложно и очень масштабная кража, во-первых. Во-вторых, мы еще и на ментов нарвались. Это просто была жопа, друзья. На самом деле, я очень-очень-очень сильно устал. И самое главное, я очень сильно перенервничал, потому что я не был к этому готов. Сегодня здесь оставимся... Ну, оставлю собаку, поеду сейчас домой, короче. Может быть, даже собаку с собой заберу, если сейчас его нету здесь. Ну и на этом... Кстати, аптечка. Давайте аптечку возьмем. Как раз. Отлично. Ну и на этом, друзья, могу сказать, что серия заканчивается. Обязательно ставьте лайки, предлагайте свои, в общем-то, дальнейшие планы на мою жизнь, как бы. Пишите, конечно, положительные комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Диман, всем удачи и всем пока, пошли, дружок.